Астропрогноз на 3 ноября. Овен. Идет благоприятный период для профессиональной деятельности. Телец. Особых перемен ждать не стоит. Сейчас лучше заняться составлением планов на будущее. Близнецы. День будет удачным для общения, деловых переговоров и путешествий. Рак. Сейчас вы будете ощущать в себе немалые силы, но не переусердствуйте с их применением. Лев. Период располагает к спокойной работе. Желательно не делать поспешных выводов. Дева. Вы можете быть подвержены внутренним противоречиям, не выясняйте отношения с любимыми людьми. Весы. Стоит задуматься о перспективах своего дела. Высока вероятность новых приятных знакомств. Скорпион. На данном этапе вы можете допустить ошибки в профессиональной деятельности, поэтому не спешите с принятием решений. Стрелец. От общения с людьми, которые вызывают неприязнь, нужно отказаться. Сейчас они для вас особенно опасны. Козерог. Постарайтесь больше времени проводить в компании людей, с которыми вам комфортно и интересно. Водолей. Вам удастся добиться хороших результатов. Стоит экспериментировать и идти новым путем. Рыбы. День не обещает головокружительных успехов в карьере, но брать на себя чужие обязанности не стоит.